Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Москаль. И Будет. Да, и я. И, в общем-то, это у нас, как вы можете заметить, долгожданный обзор на Warcup под номером 200. Юбилейный на карте City Rocket, автор которого PUNG, чувак, который до сих пор с карты 2006 года, и он с тех самых, не именно с тех пор, но с года 2003, я так полагаю, он следит за этим архивом карт VSQ 3D Fork, и он до сих пор активно вроде как послеживает, за что ему огромный респект. И, собственно, проходил этот варкап с 26 мая по 2 июня. Демок, опять же, не очень много, но в CPM, кстати, ребята немножко постарались. Ну и давай начнем, как обычно, с москаля. Давайте начнем. Так, мы появляемся в какой-то черной комнате. Кстати, к слову, тут вроде как три респа, поэтому если вы хотите, допустим, начинать с этой стены, вам лучше поставить где-то примерно здесь respawn point set. Вот так что пишется. Это вот так, да? Просто пропишите через слэш, да. Так, okay. Сейчас, подожди, respawn point set. Вот ну, я же написал. А, ты не видишь этого. Да-да-да. Как я увижу. Не-не, я просто думал, все правильно, да. Вот. Так это пишется, и запоминается ваш респаун. Ну, точнее, это, вы можете появиться даже слева, встать справа, написать этот respawn point set, и вы будете появляться справа. В общем, вот. Так, дальше. Так, заходим в телепорт. Ага, мы появляемся здесь, и мы появляемся неудобно на бордюрчике. Это потом, к слову. В общем, ну тут просто идет рокет спам по прямой. Ну, к слову, сразу в старте мы появляемся на бордюрчике, поэтому буст сразу делать неудобно. Вы можете, ну, так сказать, надо сначала опуститься на землю, и ага. Только потом делать буст. Ну, я так делал с буста сначала. Потом Вуди покажет, как делать без буста. В общем, как делается здесь? Заходится, вот, ждется буквально там мгновение, это надо придорчиться, так скажем. Почувствовать, когда моделька пустится сюда, на пол, и делать буст. В принципе, про старт, в общем-то, все. Приходилось так вот извращаться. Нифига че ты. Подъехали. Да нет, ты че, так, всего минус 1.3, ты че? Да ага. Подожди. Тут я немножко пролетел. Ну, в принципе, тут рассказывать, я думаю, нечем, по большому счету. Дорожек тут масса. Вот прям, реально говорю, масса. Тут можно пробустить вот отсюда, от этой стены. До сюда можно пробустить. Ну, тут, ребят, все зависит от того, от вашей фантазии, от скилла. Тут, я думаю... Ну, ключевой момент. Карта особо не заковыристая, поэтому... Можно проходить ее как попало. Давайте, знаете, как сделаю? Пробегу медленно. Скажем, вот, сейчас. Вот, вот на такой скорости пробегу, буду рассказывать по ходу. Так. Так, отсюда можно делать буст, вот этой стены от нее тоже отстреливаться можно. Тут можно пролетать спокойно все. Так, торможу. Так. Остановимся. Сейчас. Нет, не здесь, дальше. Вот эти штуки, они целиком заклиплены, то есть они вот, сейчас. Вот, вот здесь нельзя пролететь. Это иногда бывает проблема для некоторых роутов. Если вы хотите пролететь так напрямик, у вас не получится. Вот, видите, тут клип везде. Ну, то есть вот идет такой параллелепипед, так сказать. Mm-hmm. Так, и вот первый важный момент. Нам нужно туда, соответственно... И тут, казалось бы, ничего особенного нет, но приходится на большой скорости, примерно где-то 4000 плюс упсов, скинуть вот этот уголочек. То есть примерно где-то вот здесь вот, вам нужно сделать рокет-джамп, и таким образом вы заскинете этот уголочек и полетите вот до сюда, примерно. Казалось бы, да, такое расстояние дикое? Да. Ну вот, запомните это место, вот. Вот до этой арки уголочек. Все, идем дальше. Нет, не долечу. К слову об арке. Кстати, вот это все, это везде клип. То есть, в принципе, весь ран представляет из себя такой замкнутый туннель. Казалось бы, да, скайбокс, но тут все замкнуто. Можно отстреливаться здесь. Ну да, кстати, как туннель, можно так сказать. Везде. Ни одной дырки на карте нету. Везде все заклипено.
Ну, не считая того, этого темного места, где там промежуток между двух проемов, там была, ну, углубленная стена, скажем так, оттуда тоже можно было стрелиться. Ну, в общем, ладно, не суть. От этой арки тоже можно отстрелиться, кстати говоря. Ну, если вы прям... Если вы весп. Да, это, конечно, я не мог. И, в принципе, у меня по КД не сходилось. Я стрелял здесь и, по-моему, здесь. Ну, это да. То есть, если прямо стрелять в такой маленький промежуток нужно, именно вот в этом месте, то это нужно подравнивать весь роут под это дело, чтобы все сходилось четко. И не факт, что вы попадете еще в эту штучку маленькую. Да, потому что там скорости очень большие. И надо... Казалось бы, да, она большая, но на такой скорости настолько маленькая. Могут не только лишь все. Мало кто может. Да. Так, и теперь опять стоп. Второй важный момент. Точно такая же ситуация. Скимить нужно вот этот угол. Обязательно, иначе хорошее время вы просто не поставите никак. Здесь... В принципе, два варианта развития после скима. Угу. Это идти понизу, вот, видите, за зум. Вот, можно здесь пройти. Угу. Вот так вот, и дальше направо, либо налево. А можно поверху, вдоль стены. Вдоль стены скорость набирается эффективнее, чем вот так вот, чем рокетджампами. То есть рокетджампом вы можете, ну, максимум там 350 отжать. Сколько рокетджампом? Максимально для сколько? Ну, примерно так, 350. Ну, 300 там. Не, там при условии, что тут тебе надо на скорости не, делать хороший рокетджамп. Не на высоту, если я говорю про низ. А, про низ? Ну да, 350. Да, про низ. 350 примерно. Ну и под себяшками каждый по 300 в лучшем случае вы поймаете. И, а если, допустим, вдоль стены, то сразу здесь, допустим, на 0 идет рокетджамп. И от стены каждый раз, допустим, сначала идет... Сейчас посмотрю. Ну, по 400 вначале можно, типа, немножко себе высоты еще придавать. Да. А потом будет... можно на 500 там следующие ракеты 2-3. Прямо на пятихаточке можно. Вот, смотрите, вам нужно перелететь вот этот уступчик. То есть, получается, смотри, берем раз ракета, два ракета. Вот, уже с двух ракет, даже не самых чистых, я перелетаю. Ты слышал? Че, нет. Поезд. Нет, не слышал. Кстати, да, есть на карте пару мест. Вот в начале, если вы помните, я перелетал через уступ. Там можно ворону услышать. Да, ну я там остановлюсь и... тоже. За это, да, и здесь можно услышать поезд иногда. Там какой-то КД, я не знаю, правда, какой, ну, какой-то КД. В общем, как это место проходить? Там рокетджамп под себя, перед углом. Дальше можно ракету вот чуть-чуть вот так вот дать. Да, правильно я говорю? Примерно так вот. Вот таким углом. Uh-huh. А следующую ракету можно же вот так дать. Получается, эта ракета будет 400 где-то давать вам у псов. Больше высоту. То есть уклон идет ракеты на высоту. Uh-huh. Вот, ну и, соответственно, горизонтальную скорость от нее меньше получить. И вторую ракету почти горизонтально можно давать на 500. Так, это можно давать. Ну, в идеале. Так, жестко. И тут на огромную скорость вы летите, летите, летите. Дальше. Да, сразу скажу. Обо что еще ударился? Об это? Да. Или об что? Да, да, бортики. В общем, вот эти бортики. На карте... Почти везде, вот на всех таких элементах, отсутствует клип. Вот прозрачные фонари, прозрачные там факела, всякие баннеры, на стенках они все. А вот эти бортики, маппер почему-то решил сделать заклипленно. Ну. Ну это. Не, это все равно. Это понятно, что типа это очень мешало. Это дико порой мешало ее, дико бесило. Но City Rocket не был бы таким City Rocket'ом без этих бортиков, как мне кажется. Вот это прям. Да, это прям вот. Его фишечка такая. Тут какие-то бассейны адские. А с той стороны ладно. Что там? А, еще... там ничего вроде нету. Там... Тоже клипы. Клипы, клипы. Не-не-не, все клипы. А, еще такой прикол, это вот эта штука. Ну, конусы, да. Ну, меня они меньше всего бесили, потому что я... Ну, знаю обычно... людей, которые вышли в окно, когда врезались на рекорд конуса. Ты про экстрем? Я про себя. Я один раз шел на 500... Где-то, ну, короче, 5000 до хрена, и я врезался, по-моему, вот в этот конус. Нормально. Нормально. А, пока не финишируй, не заходи, покажи прикол. Во-первых, финиш находится прямо вот внутри в этих ворот, если вы проходите мимо. Да, финиш здесь находится, в воротах. Егор? Да-да. Ты тут? Финиш находится прямо в воротах.
Если вы пролетаете мимо, то вы не финишируете. Но можно финишировать как бы с другой стороны, но это все равно минус. И основная приколюха в том, что можно вот туда, куда Москаль уже смотрит целую минуту. А мне хватит? Нет? Да. Хватит. Слушай, я не знаю, я зафейлю сейчас. Давай. Можно попасть, и иногда, кстати, попадается сюда. И вы не финишируете карту. Да, вы не финишируете, а оказываетесь сверху над финишем. Встань там это, где-то вот здесь, да. Вот, это типа финиш карты, и сюда вот вы можете попадать. При этом ни ракет, ничего у вас нету. Но отсюда можно из этой комнаты, из финишной, вернуться на старт. Так, у меня стики сейчас. Не, без обуви. А, обувь нету. Да, давай. Так. Покажи. Подожди, слушай, я честно забыл, подожди. Че? Где тут проход на старт отсюда? Ну потыкайся в эти какие-нибудь. Здесь нету, видишь? Ну-ка, может здесь? Нет, ну-ка. Услышал. S-Ambient. Ладно, не S-Ambient, не так слышно дверь. Так. А чего у меня не слышно, кстати? Ты не слышал дверь? Нет, подожди. А ты птичек слышишь? Чириканье. Подожди. У нас там было. А почему у меня S-Ambient 0 стоял? Потому что у тебя конфиг плохой. Нет, я, наверное, что-то убирал. Ну-ка, зайди. Вот. А, вот, все починил. Слышишь, да? Да, все, хорошо. Так, еще я вспомнил один прикол. Как прикол? Да. Ну-ка, давай. Так, сейчас. Да, ну, несмотря на свою прямолинейность, карта имеет свои такие фишечки. Вот, на вот этом уступе можно слышать ворон иногда, пролетая вот здесь вот. Угу. Вот, ну, это такое. Так, вот в этом окошечке. Ну-ка. Слушай. Да, это жестко. Был бы финиш там, было бы прикольно. Но нет. Да, и вот сзади, кстати, у тебя там написано. А, тут мапер. PNG, это его, возможно, какой-то ящик. Берлин 2005. 2005 год. Но релиз состоялся официально по архиву в 2006 году. 10 мая или 5 октября, как у них пишут? А, да, 5 октября, скорее всего. Сейчас я еще покажу кое-что. Вот это. Тут, короче... Да, тут забавно так. Сам PUNG, собственно, 2500 за него. For bad strafing, за плохой стрейф. И для, типа, а что такое Bang? Я не знаю, что это. Чё? Ну вон, написано слева. Бэйнка Бэйби. Я не знаю, что это. Мел Джипсон, я такого даже не знаю. Бэйт Ингриш, я не знаю такого сочетания. Возможно, это кто-то из его друзей. Но я таких игроков не знаю, я PUNG знаю. Еще тут картиночка, которая, по-моему, даже в группе Дефрага стояла какое-то время. Делайте скриншот. Да, давайте я вам сделаю даже вот DF Draw 2D0, вот так вот. Давай, я, может, зазумь там, отойду я. Нет, CG, что ли, Draw 2D? CG? А, да, вот. Draw 2D0. Вот, можете скриншотить. И... Крутяк. И выставлять себе на... Ой. Я случайно. Винды пошли. Я случайно себе. Ладно. Так, в принципе, по-моему, по картинкам все. Да? Я не ошибаюсь? Ну, вроде бы все, да, я не знаю, я тоже не помню, ну, так. По роутам, слушай, тут столько роутов, я реально запутаю сейчас все рассказывать, тут просто масса. Да, я когда рассказывать подбирал... не надо, я думаю, все. Ну, в принципе, у меня все. Ну поэтому... пройди своим роутом. Как ты проходи? Серьезно? Ну ладно. Давай. У кого-то... И где-то я видел начало такое, не знаешь? Я сам придумал, отстань. Да. Ну тут, в принципе, не... Вот тут заскимить можно. Ну я так, чисто вот. Я не разогрет, отстань. Да нормально, чё. Ой, я не долетел. Ракеты плохие были. Почти, да. Ну ладно. Тут можно, кстати... Вот сюда врезаться часто, когда ракета вот, обычно очень обидно, когда не можешь делать ракетжам последний, и сюда врезаешься. Ну да, кстати, такое бывало, я по себе помню. И вот сюда иногда врезаешься. Да. Вот правда реже, но тоже так, ладно, давай. Тоже бесило, конечно.
А, кстати, почему делаю под себяшку? Давай расскажу, пожалуй, этот теоретический момент такой. Давай, смотрите, давай. Значит, ребят. А, КД ракеты 800 миллисекунд. Диапазон прыжков, вот я прыгаю, 720 миллисекунд. Обычно, когда вы делаете буст, вот буст прыжка именно, вы на земле во время буста проводите примерно 250 миллисекунд, ну максимум. 248, так скажем, 250 миллисекунд, округлим. Вот. Соответственно, когда вы делаете прыжок плюс буст, у вас фаза прыжка, вот самого прыжка, КД между прыжками, получается 720 плюс 250. Это сколько получается? Сколько? 970 получается. Ну, короче, это больше, чем КД ракеты. И поэтому вам приходится подстраивать КД ракет под диапазон прыжков. И поэтому вам эффективнее сделать не прыжок-выстрел, вот, стандартный рогижам, вот как бы вот, вот здесь, вот, вот этот момент с третьей ракетой, как стандартно вы бы сделали, да? А вы сначала делаете выстрел и потом прыжок. Потому что у вас КД ракеты откатывается раньше, чем подходит фаза нового прыжка. Ну, вроде бы понятно, да, объяснил? Ну да. Ну, по сути, получается так, что кулдаун ракеты смещается, и в целом по всей карте у вас можно выстреливать ракеты чуть раньше, а это уже существенно. То есть, получается, смотрите, здесь ракеты раньше, соответственно, от стены, от этой, я отстрелюсь раньше. Понятно, да? И это касается раньше, любой карты, любого роута. Если есть возможность какая-то там вот, где-то что-то начать плазмить раньше, стрелять раньше и все такое, нужно этим пользоваться, потому что это очень хорошее преимущество дает. Слушай, давай я не буду проходить, я один раз прошел. Давай, давай, не проходи, да. В общем-то, есть, ну, Москаль показал уже обычные вот эти роуты. Как бы самые обычные, это, конечно, лоб. Просто мы прыгаем, прыгаем, прыгаем. И я хочу показать конкретно момент с ВК-3. ВК-3 прохождение. Вот здесь вот. ВК-3, насколько мы все знаем, прижаться к стенке гораздо сложнее, чем сделать это в ЦПМ. Поэтому здесь, в принципе, в ВК-3 несколько вариантов. Ну, я, не знаю, парочку назову. Ну, три. Первый это проходить поверху, но это не очень эффективно, потому что нужно почти все ракеты стрелять под неровным плохим углом, чтобы наверх закидывало и давать все. Ну, по 200 упсов где-то будет. О, поезд. По 200 упсов всего будет где-то прибавляться нам. Либо мы на скорости делаем РЖ, потом отсюда потом отстреливаемся диагонально. Делаем еще один РЖ и отсюда диагонально отстреливаемся, чтобы миновать все эти стены. И в принципе можно более-менее максимально по ракетам выжать скорость. Либо совсем по центру и тихонечко под себяшками можно накидывать. О, слышал? Слышал звук поезда? Да. О, круто. Давай, и для особых извращенцев можно, конечно, и как-нибудь вот эту стену заюзать. Можно заюзать вот эту вот стену. И большое спасибо, конечно, Пану Джи за вот такие клипы чудесные. Потому что мне почему-то кажется, что если бы эта карта вышла на лет 10 попозже, то вот это было бы не заклиплено. И вся вот эта вот эта херня была бы не заклиплена. Вот. Было бы намного сложнее. Западло бы сделал. А так, ну в целом, я думаю, давай я попробую пойти просто. Ну, без подсебяшки, Егорыч. Потом посмотрим. Конкретно посмотрим роуд уже по демпам. Кто как придумал, кто чего, потому что их реально здесь очень много, очень большой простор для действий. Обидно сейчас было. Все чекпоинты в минус. У меня тоже. Ну, естественно, блин. Вот. И набрал я почти 5000 ровно. Вот. И почти ну, вот четко. Такая, да. Ну, в принципе, ничего. Ничего, как бы сверхъестественного на карте делать не надо. Тут я даже лимона на нее запускал. На эту карту, чувак, которого я обучаю, если может быть кто не в курсе. И он вообще не умеет играть, по сути, он вообще ракетами никак не орудовал. И то он прошел, и как бы вот он с горем пополам что-то как-то где-то перепрыгнул. Тихонечко это все допроходится. Здесь, ты нашел, кстати, откуда стрелиться, пипец.
Можно вот здесь вот, кстати, тоже пролетать поверху, если совсем как-то страхово пролетать посмотри по бокам. Вниз, посмотри. Но у меня не выставлены высоты. Да 384 хватает. Высота. Там это руки-джамп идеальный, ты перелетаешь. Ну тут хватает, в принципе, я помню, что я мог делать РЖ, сделать вот так и спокойно перелетать. Но... Нет, с одним РЖ перелетает даже. Но это тяжело. Я... Нет, как я сказал по инфо. А, ну. Вот, можно, конечно, и тут отстреливаться. И можно и в ЦПМ по центру как-нибудь вот так вот проходить. Но это не совсем там выгодно. Там, кстати, какая там клип? Там ровный клип? Нет. Кстати. Вот, это плохо. Значит, будет сплэш округляться плохо. И отстрел будет не идеальный. Да. Поэтому это неэффективно. Ну, в ЦПМ в любом случае эффективнее... Использовать стены. Да, и стена, отстреливайся от стены обязательно. А в ВК-3 там, в принципе, много вариантов. И я показал роут, по-моему, который как раз использовал Индер. А Индеру, хоть и нельзя... Не сказал бы, что ему можно прямо доверять, но роут у него неплохой. А ты видел на 25 секунд? Да. ВК-3. Да. Блин, завидую тебе. А есть демка? А, у него вроде бы, кстати, есть на Ютубе демка, если что, ее покажу. Потом вместе с Весповской. Да, Весповской демки у нас нет в формате дефрага. Я ее покажу тоже через Ютуб. И дополнительно мы покажем демки Торнера и мою, и... Я там еще... А, и Индера. ЦПМ, да. И все. У меня сейчас действующий мировой рекорд, который я заслуженно задрочил. Абсолютно заслуженно. Так скажем. После которого я стал матерью ракет. Поэтому давайте, наверное, к ним и перейдем. К демочкам. Кому? К матери ракет? К демочкам. Перейдем. Из контекста. Давай, ливаем, короче. Ливаем. Так. Варкап номер 200. Так, вот эти три демки, которые мы дополнительно посмотрим. Так, демку Торнера мы посмотрим после ВК-3 демок. После пуза. А. Не, подожди, стоп. Ну да, после но пуза. Она же... Не, да, она да. Же вне зачета идет, правильно? Ну, просто по порядку, как бы по таймам пойдем. По порядку. Ну, но надо вне зачета. Не забудь только. Ну да, да. Так, я помню. И ВК-3 всего было у нас, по-моему, сейчас себе напомню. Так, всего... А мы, кстати, не сказали, какой приз-то был за юбилейный варкап. Какой приз был? А какой приз был? Ну какой приз был? Егорыч, ты чё? Смайлики? Ну смайлики персональные, да, конечно. А, да-да-да, там было... Сейчас я открою... Самое главное, это для чего все потели. Старт 200-го варкапа. Да, вот, прямо зачитаю и потом еще дополнительно покажу в конце. Держите Сити Рокет в честь юбилейного варкапа. Чтобы дополнительно поднять интерес к 200-му варкапу, за участие всем игрокам будет начислено 30 дополнительных очков рейтинга, а топ-3 победителей получат специальные призы. И эти специальные призы были в лице персональных смайликов, которые будут только у этих людей. Конкретно там, по-моему, кто там зарулил? Ну, меня. Конкретно топ-3 это Москаль, Пуст, Тути Фрути, ВК-3, Хулиган, Монстрик и Бригант. С чем мы их поздравляем, и давай посмотрим демки. В ВК-3 было 8 демок, Вайпер и Столетти, минута 38, плей. Я даже специально для тебя их переименовал одинаково, все в ДФ. О, спасибо, спасибо большое. Да приятно. Меня загрузилось, давай. Давай, мне тоже. Ой, ракеты от земли. Сразу начало скажем. Ребят, смотрите, даже если вы новичок, всегда есть стена, всегда от стены отстреливайте обязательно. Даже если криво косо, то да, все равно будет это лучше. Будет намного лучше, чем от земли, ну намного всяко. Это аксиома, так скажем. Ну как-то он, по-моему, один раз прошел, не находишь? Даже если новичок. Сервер тайм сколько? 11 минут. А, да? Ну, может быть, может быть. Может быть, у него как бы не было времени. Я, конечно, может, всех так оправдываю, типа, о, не было времени, поэтому такая демка. Ну да, почему я не зарулил? Времени не было. Ну это одна из основных причин, в принципе, в дефраге, поэтому я так говорю. Потому что реально дефраг отнимает очень много времени. Чтобы поставить хороший тайм, особенно новичкам, нужно очень много стараться. Мы, кстати, не посмотрели, а тут оба вообще рандомные можно словить? То есть это какая поверхность-то? Обувая? Поверхность обувая, и можно словить рандомный об во время ГБ, допустим. Mm-hmm. Ну ладно. Вы вроде как валидировали демки. Ну не, демки... Не, все валидировано, ты чё. У нас Димон давно уже отвечает за валидацию. Ладно, не буду. Не, он по всем каким-то
более-менее спорным вопросом, даже если там как бы вопрос херня, он сразу пишет мне там, что делать, как решить вот этот вопрос, но мы ему с Носовым помогаем. Ну, прошел, не знаю. Мне говорить, в принципе, не о чем. Ну, я сказал уже, что нужно отстреливаться от стен, даже в ИКУ-3. Понятно, что ИКУ-3 таскает оттуда-сюда, от стен к стене, но... Ну, и сюда, да, смотрите, если даже не умеете отстреливаться, лучше с трейфом проходите. Всяко эффективнее будет, чем будете мотаться, как непонятно что, и терять, не знаю, обо все подряд скорость. Ну, это мое мнение. Да, но если новичок, как бы можно начинать с трейфом и юзать ракеты не прям везде, допустим, а только там, где нужно, где-то на повороте, там, стрельнул. Надо сделать РЖ, там, сделал РЖ, ну, вот, к примеру, не спамить, не пытаться спамить. Ну да, по минимуму стараться просто, использовать. Да. Просто проходить чистенько, да. Давай дальше. А, лунтик на 12 секунд быстрее, плей. 1.26. Лунтик, давай. Зачем так близко подходить? Тут можно издалека же. Ну, ладно. Так ему было лучше. Вот топ. По-моему, топ словил. Тебе не показалось? Ну, лунтик жесткий. Слышишь, что говорю? Тебе не показалось, топ словил? Ну, словил, что теперь? Да. Ну, ладно, я уж не буду. Да не, ну, не такому... как бы... уровню. Ну ладно, нет, я согласен, просто я буду вам до конца жизни припоминать, когда меня второе место лишили на этом Кузьмине пятом. Не, ну ты там сам косикнул. Чувак, который задрочит теорию, не я косикнул, я не смотрю, я вообще дым, я валидатор? Слушай, я валидатор? В смысле, я ты же словил рандомный оп? Здрасте, приехали. Пикачу словил рандомный оп, он был выше меня в топе. Хотя его демку должны были... А, да? Ну я не помню, что там, да. Еще меня в обухо... Ну вот лунтик проходит гораздо чище, хоть и немножко не дострейфливает, но не юзает, как попало, ракеты, по крайней мере, и набирает какую-то скорость. Ну вот здесь стало поудобнее, выстрелил, здесь тоже сейчас выстрелит, и здесь тоже сейчас выстрелит. Ну смотри, даже приятнее, да, согласись? Ну да, да. В сторону. И прошел быстрее по итогу. Хотя Вайпер, типа, юзал больше ракет, по идее. И должен был быстрее, но Лунтик прошел чище. А чище значит лучше. И Анекс на 20 секунд быстрее, чем Лунтик, плей. Тоже из Таглияти, как и Вайпер. Кенекс и Вайпер, кстати, друзьяшки в реал лайфе. Че-то Кенекс вообще на ракеты забил. Он че? О! Он с трифом проходит? Да, смотри, что делает. Не, ну KMX умеет вроде в ракеты. Да, знаю, да, смотри, даже хелбитом понтуется. А, он типа решил, я понял. Да, он не стрейф. Ну да, это типа юбилейный варкап, можно не стараться лучше, все такое. Вот сейчас я секунду пока он... И вот все равно покосичнул немножко где-то тут, там. Да, ну идея неплохая, хоть и перебил Лунтика на целых 20 секунд, но все равно, блин, Кеннекс. Да ладно, не ругайте его. Да ну как не ругай, блин, старайтесь лучше, не надо такой херни, как этот XPC на ДФВЦ. Особенно на стрейфовой карте Спринга там. Просто какой-то true story там задвигал. Волви на 30... секунд, почти на 28 секунд. На 28, быстрее, да. Из Канады, плей. Что жесткое пошло. 38, да, ну, кстати, это уже достаточно быстро. И отрыв очень большой, хотя, как бы, учитывая, что Кеннекс прошел с трейфом. Ракету запустил. Ой, жесткий. А, мне кажется, он на стриме у меня спалил такое. Да? Да. Ну, мог, по крайней мере, не знаю. Ой, как жестко вообще идет. Вот. И еще в ИКУ-3 по всей карте такая особенность, что в основном вам нужно будет перемещаться диагонально, как бы. Так, здесь он как? Здесь он решил понизу. На финиш. Ой, запорол. Финишную прямую запорол сюда целиком. Да. Да, обидно немножко. И здесь под запорол немножко, потерял скорости.
Не, ну в целом, блин, начало очень классное, мне прям Ну, понравилось. некоторые, да, начало успевают задрочить, дальше, может, времени не хватает, может, забивают, не знаю. У меня такое часто бывало тоже. Так, Ладно. хрень, демо ОАР, Объединенные Арабские Эмираты, я так понимаю, или как-то, Отличный никнейм. И кто это? не знаю, на 300 побыстрее, плей. Сейчас посмотрим, кто у нас умник такой. Сейчас я быстренько на сайте посмотрю. Тоже достаточно бодренько. А, это Винтер. Ага, я и смотрю, что-то знакомые какие-то движения. Ой, у Винтера не получилось там заскимить ракету. Кстати, я хотел сказать и забыл. Мне потребовалось 8 лет, чтобы понять. Даже 10 лет, пока я не начал задрачивать эту карту. Я все это время не знал, что вот эти вот столбы посередине, которые стоят, что это ракеты. Это типа как рокет выглядит, который летит, как моделька. Стоп, 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 стоп. Какие столбы? Ну вот эти, которые заклиплены, ты показывал, вот эти ромбовидные. А, это что ли по центру? А, Да, я я думал, не я думал, знал. это фонтан просто. Не, в смысле, какой фонтан? Да я А, хз. ну короче, хулиган на 2 секунды почти быстрее, плей на 1,7. Да, 1,7. Ой, первая ракета сразу мимо. Красавчик. Ну, неплохо. Ну, Пашка, чувак опытный. Поворачивает очень классно у нас, как в ЦПМ пытался, видимо, вырубить. Вот эти вот столбики, типа, Да, я да, до да. последнего не понимал, что это ракеты. Не, сейчас я вижу уже сам, но я не присматривался. Я думал, просто фонтан какой-то. Ну, я тоже не присматривался, а потом, я когда пересматривал мувик Фил у Веспа, сотый раз уже, я понял, что это ракет, вол. Ну, слушай, очень классно, очень чисто Мне прошел. вначале понравилось, что он очень грамотно так заходил по дуге, чтобы не терять скорость. В Бутыре все-таки нельзя так Да, заворачивать, как в да, да, ЦП. да. Молодец, красавчик. Первую половину мне понравилось. Дальше накосячил, конечно. Да, ну, в общем-то, Прилично. он зарабатывает смайлик и занимает третье место в ЭКУ-3. Поздравляшки тебя, хулиган, с бронзой. И на секунду побыстрее монстрик плей 35,6 сделал. А рекорд на 10 секунд быстрее мировой. 25,6. Вроде да. Жесть. Ой, как джампнул на этой платформе, очень круто. Аккуратненько отстреливается. Тебя опять там, блин, задержка жесть. Ладно, я буду ориентироваться. Так. Ну вот здесь, еще по всей карте такая особенность, что... Ну сейчас он допройдет, я расскажу. Это касается и ЦПМ, и ВКУ-3 прохождений. Ну прошел тоже чисто. Прошел достаточно так быстро, я бы сказал. Ну, мне меньше понравилось. Ну, по прохождениям из главных наблюдений по этой карте, чтобы сделать хороший топовый тайм, нужно, особенно в ЭКУ-3, поначалу набрать, допустим, там в начале самое простое, по идее, пока ты скорость набираешь, самая длинная прямая на карте, по-моему. А финишная не длиннее случайно? Или Ну, нет? может Да. быть, но там набирать потом сложнее все равно. Ну ладно, да. И сама суть карты в том, что нужно набрать, в общем-то, стартовую хорошую скорость и пытаться ее держать на протяжении всего прохождения или увеличивать. Это касается и ВКУ-3, и ЦПМ, потому что даже если ты в повороте там 100 упсов сохраняешь, грубо говоря, вроде не критично, Rocket Run, типа, ну что там 100 упсов. А по итогу на тайме именно на этой карте почему-то это очень сказывается. И в демке у Уиндера потом там, к сожалению, без скоростей, скорее всего, будет на Ютубе. И в демке Веспа мы потом на Ютубе увидим. Да и во всех демках, вот, допустим, Бриганда 29,9, будет видно, что чем лучше во все повороты, как бы, ты зайдешь, чем больше скорости ты сохранишь, тем лучше будет тайм. Но это вроде везде работает, но на этой карте, типа, это особенно важно, как бы стараться, именно стараться не потерять скорость, а не то, чтобы там Да. где-то отстрелиться. Вот. На 6 секунд, в общем-то, побыстрее бригант. Фух, Плей. жестко. 29, это, кстати, блин, это вообще жесткий тайм, по идее.
Это уже жесткий, это реально жесткий трек. Ой, ракета хорошая. Ну как, в принципе, более-менее чистая ракета в начале. Хотя можно получше. Да, начало очень жесткое. 3200 перед аркой. Ой, зафейлил ским на финише. Эх. Да, здесь он потерял где-то секунду, наверное. Ну, заслуженно, топ-1. Ничего, да, не прошел очень быстро. Учитывая его стаж, это очень прям круто. Ну, хотя там несколько ракет все-таки в молоко-то пролетело, видно было. Ну да, да, под себяшки там не очень годные были. Ну, выкутри под себяшки сложнее. Да нет, вроде одинаково, просто скорость другие и все. Ну, мне сложнее, потому что... А чем сложнее это? Ну, потому что скорость другая, ну, типа, по-разному накидать. Просто ЦПМер же, а двухтрижников так же просто ловить, как для тебя. То есть, в принципе, ну, Бриганду я смотрю не очень просто. 38.0 ЦПМ, утопку. А в ЦПМ у нас 19 демок, и, собственно, утопку 19. Вошел в топ-20 утопку, что творил вообще? 38.0 плей, давай. Все, это, давай. Ну, он новичок совсем на тот момент был. Я его заставил проходить, потому что такие юбилейный варкап. Ну, как заставил? У нас молодежки. Сказал, проходи, типа, будет полезно тебе. Ну, слушай, смотри-ка, в принципе... Ну, годно проходит. Контроль какой-то есть, движения уже такие не... Тут себяшки очень жесткие. Ну, это он стримов, наверное, смотрелся. Типа, а че он кидает, я тоже хочу. В натуре, слушай. Вообще... Ну вот явный пример, как бы, он лишнего не кидает, просто пытается сохранить свою скорость и по возможности набрать еще больше. И в итоге у него очень получается, несмотря на то, что как бы по сути медленное, но достаточно приятное к просмотру прохождения. Так что топку большой молодец. Да. Использовал только первую стену в самом начале, дальше все под себя стрелял. Ну это тоже круто, он получил какой-то опыт тоже, хотя я не знаю, раздуплял ли он, типа, то, что типа он кидает ракету, он не получает скорости, и нужно понимать в этот момент, что ага, я что-то делаю не так, надо что-то поменять, а он все равно продолжал, типа, в ту же степень. Ладно, будем к этому придираться. Ну это работа над ошибками, это важно. 37.5, лунтик на 500 побыстрее, чем утопку. Тут себяшки, то есть такая вещь техничная, она больше для опытных ребят, но все-таки да. Не, все равно, не, он попадал нормально, делал под себяшки. Попадал, но... Просто надо раздуплять, что надо понимать, почему не получилось, а не просто кидать. Так, у Лунтика движения прямо такие уже дерзкие. Резкие, агрессивные. Да. Скорости поменьше здесь, чем у топку, по-моему, немножко. Хотя... Но он набирает от стен. Да, он набирает от стен, и это его основной плюс. Но некоторые ракеты прямо в молоко летят. Но заворачивать через В... Это как-то не очень. Ну, ему так было удобнее. Я, по-моему, помню, что он рассказывал. Ему очень неудобно было поворачивать на... Ой, чуть... Заскимил, да, на финише. И на верши не залетел. Ну, зафейлил еще. А прикинь бы, словил бы Рамбин, который ты, короче, не заскимил бы, а заступил бы на этот падик на финише. А у меня было такое, прикинь, причем там... Ну, это давно, когда у меня там секунд 20 еще было. Но такое было, это очень бесит. А подумаешь, на буряк 20 секунд каких-то. Мне бы 20 хотя бы сделать, да. Сделаешь. 35.6, побыстрее. На секунду Нермор. Плей. На 2. Ой, на 2, да. Наш стример с Твича. Нермор тоже, да, стримит. Можете посещать его стримы, у него там бывает очень прикольно. Ну, что-то вначале какую-то дичь сделал, непонятно. Да, ну по итогу, я так понимаю, он поднаберет больше благодаря более ровным ракетам. В молоко пока особо нету ракет. На старте прям набираю половину молоко точно. А дальше чисто две ракеты сделаю, всего 2600. Вот он тоже использует, как бы, по сути, в большинстве случаев безопасные стены, так называемые, которые он стрельнет, и он точно знает, что не зафейлит, допустим. И хотел еще там под себяшку сделать. От падника, да, туда. Ну прикольно, классненько прошел, молодец. Было бы круто, если он попал бы под себяшкой.
упал бы на этот падик, забусил бы от него, соскользнул бы с него. Ну, ты уже прям... Ну да, было бы круто, еще прикольнее, если бы у него это случайно все получилось. Да. 35,3. Дукач из УА. Испугался бы и зафейлил. Плюс 2,3 от Нермора сделал плей. Да, разрывы, конечно, сейчас жесткие пока идут. Но потом будет плотнее гораздо, чем у Q3. Да. Ну и демок побольше в целом. Начало уже по одной стене. Это лучше гораздо, смотри. Ну такие ракеты... В принципе, движения как бы отточенные, но по углу... Ракеты средние. Он угол не совсем доводит поворота, то есть он отстреливался там что-то по 300, так, по 400, хотя ровно от стены стрелял. Вот здесь 300 опять, вообще не получил скорости. То есть у него движение, само движение отточено. Амплитуда не отточена. Да, амплитуда не отточена, в какую сторону сколько ему повернуть. Ну как у меня, короче. Ну, прошел тоже... Как бы достаточно быстро, я бы не сказал, что прямо какой-то косяк. Но вот исправить, это нужно ему над амплитудой до движения поработать. Сохранять скорость на повороте надо лучше, он врезался много. Это же ЦПМ. Делай с трифом, а не через В. С трифом, смотри, можно заворачивать через В, но с трифом у тебя завороты происходят более, так сказать, ну, как бы сказать, это проще. То есть вектор скорости больше подчиняется, когда ты заворачиваешь на АД, чем через В. Там немножко такая тонкость физики. В курсе, да? Ну, то есть через АД заворачивать более, так сказать, можно острее. Вот. Но можно скорость потерять. Но острее. Тут надо как-то тонкую грань подбирать. В общем, это отдельная тема для стрейферов. Всего такого. Ладно, давай дальше. Да, давай. Best RX-8 из Санкт-Петербурга. На, опять же, на 2 секунды быстрее плей. Прям вот по 2 секунды бомбят и бомбят, прям вот. Бомбило. Но потом у нас сейчас средних скиллов очень много, чуваков на среднем скилле. И поэтому... Это очень хорошо, потому что у них есть конкуренция. Ой-ой-ой, засуетился, с трейфами сбросил скорость. Я вот, думаю, кстати, еще поэтому многие юзали кнопку вперед, потому что... Да, сейчас хотел сказать по поводу этого. Это надо научиться, это надо уметь. То есть надо долго играть и не дергать так, пипец. Жесть, он дерганный. Ну, надо, конечно, надо много тренироваться там. Все такое. Да уж. В конце, конечно, потерял прилично. Не злогинился. Ладно. Да, ну прошел тоже частенько. Слава богу, вроде нигде ничего такого не косикнул. Ну, сбрасывал прилично с трефами. Да, ну вот такие, конечно, дергания. Не знаю, ну, может, сенс уменьшить немножко. У него на первой прямой был, по-моему, 300, что ли, если не ошибаюсь, а на финише было 2500. Сам по сути. Ну да. Сома по суди. Take 5, 29,992 на секунду. Зафреймил 30 секунд. Зафреймил 30 секунд. Play. Итак. Take 5, побыстрее на 1.2. Где-то да, 1.2. Двойной выпрыг был из телепорта, забавно. Демку Веспа, наверное, насмотрелся. Тоже. А у Веспа же с буста начало. Не. Не-не, у него буст, потом отстрел. Не. Да. Какой буст? В смысле? Нет. В смысле? У него первая ракета буст, ты чё? Буст из телепорта, что ли? Нет, как у тебя, выход и буст. Не-не-не, ну увидим. Бустить. Ой, врезался в конце. Жесть, как так-то? Ой, лол. Но, вот с другой стороны, он мог зафейлить все эти чеки и попасть наверх. Но он решил, что лучше попасть в перекладину. Ладно, я после помню, у него у веса было 1000, потом на второй ракете 550 уже. У него не могло быть 1000 от отстрела простого. У него точно был буст. Ну, посмотрим. Ну, вроде не было буста у него. Ну, посмотрим. А, на 400 побыстрее, геймрок, плей. Из Беларуси. 450 плей. Ну Take 5, по идее, блин, Take 5, ты же опытный чувак. Зафейлил, ну блин, перепройди, ё-моё. В натуре. Чё, как это? Я понимаю, я могу этим всем поблажку сделать новичкам. Либо который ещё только учится. Ну ты-то Take 5, ну ё-моё. Вот тоже кнопка вперед в основном, как бы, работает. Да, и все стены собирает. Да. Но, по крайней мере, не сбрасывает боковым стрейфом в скорости. И ну тоже да. Суетится кнопкой вперед, как это.
Ну, очень высокий сенс, я так понимаю. Геймрок, сделай сенс поменьше и станет тебе полегче. Ну, это точно сенс, может, у него просто либо коврика нет, либо ДПА низкий. Не, я без коврика тоже долго играл. Ну, ты какой-то странный. Ну, в общем, не знаю, ну, вот по моим ощущениям, сделай чуть-чуть, можно даже, вот буквально на 0.2 хотя бы сделай сенс поменьше. И попробуй привыкнуть, и будет лучше, я тебе отвечаю прям. Сети Хабиб сделал. Лучше все-таки не на 0.2, а на 0.1, то есть снимать по единице. Так ну, лучше ну, привлекается. Так. Ну, это индивидуально. Роман говорил, что типа сбрасывай там сразу до хрена. Да-да-да, Роман. И типа привыкай, типа так лучше. Ну это индивидуально, кому как удобнее. Да, ну ладно, давай дальше. Сети Хабиб на 150 быстрее лей. На год Сети Хабиб. На год, да. Новобранец из Румынии. Богатыришные отстрелы с помощью двух кнопок. Да, ну и достаточно неплохие. О, с трефами пошел. Ой, пошел. Ой, красавчик. Ну вообще, вот. Он ничего же не делает, он даже не отстреливается, он просто заворачивает и все. Да, да, да. И всё, вот блин. Он, получается, стреляет в безопасные стены и все. Он вообще ничего не делал. Блин, он даже конец зафейлил. И все равно пошел быстрее, чем те, кто во все стороны стреляли. И толку ноль. Вот вам наглядный пример. Да. Котейка сделал, что-то я не думал, что здесь увижу котейку на да. Почти на 1.5 секунды, в общем-то. 1.6, да, быстрее. Плей. Котеечка, наш талисман онлайн капов, котейка, если. Ой-ой-ой, буст. Что ты запускаешь это? Я потормозил даже, ты что, Егорыч? Не, позже запускай. Окей, торможу. Загрузился? Да, я уже смотрю. Окей. Пролетел у меня 10 секунд. Поделиться. Видел, да, запустил вначале. Да, неплохо, так на косарик. Ну, мат. Ну, я говорю, котейка наш талисман онлайн капов. Ой-ой, поверху, смотри, финиш напрямую, вообще найс. Красавчик. Ой-ой, вообще. Зачем-то начал... Видимо, неудобно совсем было от правой стены, поэтому на левую потом переместился. Но на этом ты котейка потерял очень много. Ну да. Ты вот эти вот 200 просто потерял вот на этом переходе на ту стену. Просто потерял, эх. Учти, что ты мог быть бы на выше на позицию. Сергикус, как его, Белоруссия. Кто play. Это вообще? Я не знаю, плюс 200. Плей там, плей, я сказал плей. Да. Да, на сайте тоже так же называется. Ну, кто-то переименовался. Тоже такие же покатришные отстрелы. Да. Немножко там зафейлил прыжок. Ну уже получится ворота. Да, и скорость вроде побольше. Но где-то будет фейл. Ага. Ну-ка, где же он? Где же он? Нет, нигде, вроде нормально все. Зик у него демо нейм. Ой, этот нейм просто Зик. Не знаю, такого не видел. Я тоже. Римыч 26.2, побыстрее на 1.4 плей. Жестко пошло. Да, уже приближаются к такому, к среднему тайму. Я помню по себе, что я очень долго торчал в 21 секунде. Прям вот на... Год. Начало хорошее с бустом. И была попытка второго буста, но не вышло, кстати. Да. Ну или мне просто кажется, возможно, не было попытки. Хотя. Ну, было похоже по движению, что я хотел буст сделать. Хотел там отстрелиться от пола, не получилось. Точнее, не это. Зассал. Римыч. Зассал. Ну так, пройдено. Еще в онлайне 110 место. Ну, начало нормально, потом то сбрасывал, то отстреливался плохо. Да, да, да. Как-то у всех одно и то же. Начало нормально, потом черт что начинается. Ну потом сложно контролить на скорости весь этот ран. Все равно люди не совсем опытные, поэтому вот так вот. Но в целом, за счет начала чисто вырулил, а финиш немножко хуже. Хулиган тоже с таким, все равно, с большим отрывом, они все друг от друга идут. В 500. Да, подожди, 500, в один и. Чё? А, нет, в 500, нифига я посчитал. 450. Да, давай. Плей. Хулиганчик. В ЭКУ-3 у него была не очень демка. Да. А в ЦПМ? Ну-ка. Врезался бортик.
Ну, типа, он прыгнул от него, но потерял, по-моему, на нем. Да, 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 казалось. Да. Ой, нормально. Вообще нормально идет, посмотри, 500 в арке пролетел, это нормально. Обзор демок, нормально, вообще нормально. Не, ну, ну как бы, что тут скажешь, я не знаю. Не, ну да, тут Rocket Spam, в принципе, кто лучше заспамит, тот и молодец. Ну вообще нет, на самом деле, вот дальше идут уже роуты, там надо реально думать головой. Дальше посмотрим. Да, ну вот был момент просто, допустим, у кого там, у RX-8, что ли, амплитуда не очень по выстрелам. То есть он стрелял, а получался эти ракеты минимум. Вот это да, типа, такие моменты мы отмечаем. А так, то, что там, ну хулиган, ну прошел чистенько, ну красава, да, где-то там, не, ну не дожал, понятно, до рекорда 7 секунд, ну подумаешь. Да, просто про роуды сейчас очень сложно говорить, потому что, ну, скажем, прямо у таких людей одна ракета плюс, одна минус, уже роуд меняется дальше. И очень сложно как бы анализировать такие демки, вот сами поймите. То есть я бы говорил что-нибудь по роутам, но сложно, реально сложно. А так по технической части мы, в принципе, думаю, отмечаем, что у него так получилось. Да. Ну давай дальше. Acid Kisses 24.4. Acid. Угу. На сколько там? На сколько, блин? На 3.4. На 3.3. Ой-ой-ой, я не туда смотрю, пардон. На. На 700. На... Ой. Давай. Стой, на 1.3. Кисс 700. Ты чё? А, ну... А, ну да, да. Нет. Ну я, как всегда, я после... Калькулейтер. Большой сенс у него. С буста начал. Его... Несмотря вот даже на высокий сенс, а видно, что он высокий. Он нормально прям ведет. 3700 в арке, почти 3800. Какие ракеты залетают, тут ты какой хороший. Ну ты какой. 4000, да. На одних стрейфах, кстати, проходил. Молодец. Вообще, это технический момент. Да, вот это красава. То есть вот это вот человек, который... вот, вот чтобы вы понимали, Acid играет, наверное, с годик где-то. Ну, примерно, да, я так на глаз. Ну, не то, что... Ну, может, полгода. Ок. Полгода-год вот так вот возьму. Потому что фиг знает, куда он появился, как-то из ниоткуда. Хулиган играет 10 лет. Теперь вы почувствуете разницу. Человек, который работает над собой, над своими ошибками, и который не работает над собой, над своими ошибками. Ну, ему уже поздно работать, его уже не исправишь. Ну, я не буду говорить про свой срок игры. Ну, ладно. Волви плюс 500 сделал от Acid Kisses из Канады Play. Да. Ну, я еще себя застру немножко. Да, я тоже. Давай. Ой-ой, бустец, слушай, жестко. Опять ты поторопился. Слушай, у тебя каждый раз все немедленно загружается, я даже не знаю. Не, у меня по-разному. У меня однажды было быстрее, чем у тебя. Вот почему? Дедифраг плохой. Нет, ты. Так, здесь у нас что? За скимил бортик, кстати говоря. Вот который перед двумя проходами, двумя арками. Где темно там. На стартовой прямой. Понял, да? Ага. Вот где стартовая прямая, там две арки, да, да, две арки, да. Там темно. Ты мне рассказывай, где там бортик, потому что... Ну, мало ли ты не знаешь, карту забыл. Да, да, я же ее играл-то вот только-только на обзоре ее запустил. Топ-5. Варпак. Машина. Мужик. Плей. И просто красавчик, да? И просто хороший человек, плей, да. Ой, на сервере там все. Москаль, Вархаммёд, Парастахэл, Сити Хабиб. Ой, какие ракеты! Буст, найс, красавчик. Кстати, вот эта техника с одной зажатой кнопкой А, она очень полезна для новичков. Если вы не можете вот, отстреливаться с разворота, лучше делайте так. Это стабильнее для вас будет. Ну да. Проходил понизу, кстати. Зато чисто. Молодец. Да, ну прошел, он вообще, он сейчас уже показывает очень классные результаты. И он в молодежке, кстати, undead. И он, скорее всего, попадет, я так понимаю, возможно, даже в этом году в основу. Возможно, да. Если мы его надрочим еще немножко. Топ-4 Фарастахэ на секунду и один быстрее. Плей. Фарастахэ, слушай, это для него тоже большой, хороший результат. Ну, сильно. Потому что он играет редко. Ой, бусты корявые, ужас. Тебя сгрузилось? Да. Я там. Ой, какой роут. Интересный роут под себяшкой, да, да. Я тоже об этом думал, кстати говоря. Но что за скимил? Что 3900? Ой, Фарастахэ. А, кстати, по-моему, как раз на вот этом варкапе
Но я могу ошибаться, Илюх, если что, не это самое мне. Он, по-моему, как раз у него, типа, мышка развалилась там на варкапе. Я ему сказал, во, бери Logitech 602, как у меня. Бери ее, она классная. И он ее сходил, типа, взял. И вот он, типа, на ней, по-моему, играл вот этот уже CT-Rock. А сколько она стоит? 1000, ну, 1500 там везде по-разному. Она вообще топовая. Она, возможно, кому-то маленькая будет. Но есть модели вроде другие пошире. Не знаю. Но меня полностью очень устраивает. Я тут... Так. Обзор мышки начался. Итак, тут у нас один типок идет следующим. Топ-третьим. А, да, Торнер. Нет? Не-не-не. Топ-3. А где Торнер будет? 21-168. Какой Торнер? Торнер дальше. А, Торнер... А, он вторым будет, получается. Тут у нас, да, идет типок. Да, Undead Mascal, попавший в Undead через постель, AK, ищу роуд по линии жизни, AK, засру твои обы, play. Давай, начинай. Давай, короче, говори, я молчу просто. Давай, давай, сейчас я буду критиковать тебя, давай. Третье место на варкапе. Буст первый не очень, под себяшка очень хорошая получилась, в целом аплитуда и выстрел очень четкий, по 500 он получал. Ракета перед аркой ничего не дала, это минус. Здесь ракеты достаточно хорошие, здесь тоже можно было получить больше. Так, здесь не заскимил угол, в чем очень большой-большой минус получил, мог бы и переиграть. Опять ракета под себяшкой ничего не дала и финишировал. То есть по итогу, если бы, как минимум, даже если бы сохранилось такое же прохождение, но ему дали ракеты, которые он стрелял под себя, как бы назад мышку отводил и стрелял под себя РЖ такое заднее. Если бы он, если бы ему вот эти ракеты дали хотя бы по 200, он бы сделал 20 и занял бы второе место. А он занял третье. Ладно, я не буду тут пендриваться, приму все как есть. Ну я что видел, сразу по листу. Ну, мне сказать нечего, что, ладно. Ну, такие вот такие уже, да, вот такие, кстати, демки намного легче даже как-то комментировать, потому что ты видишь, что чувак вроде играет четко, но есть вот такие недочеты, которые сразу бросаются лично мне вот, да, в глаза. Я могу быстро даже вот так вот тук-тук-тук-тук-тук. А у Дукича там, ну, ты понимаешь, что чувак не очень опытный, ты ему, типа, списываешь все со счетов, вот эту фигню. Так, ну, Бафомет, да. Топ-2. Стой, на год Бафомет. Смотрим, давай. Плей. Немножко побыстрее, сейчас я тоже так же постараюсь отметить все, что замечу. Буст очень хороший. Ой, начало намного лучше, по идее, но под себя там 1700 было, у Москаля 1800. Здесь ракеты похуже, но получил 100 упсов. С ракеты под себя. Под себяшка получилась неплохая. Хорошо заскимил. Так, 4700. Здесь тоже ским просрал. В итоге ракеты не самые лучшие. Не по 500, там по 400, где-то по 350 давал. И 500 на финише. Ну, в целом он... Получается, у него как-то более размазанный такой плюс по всей карте получился. Если у тебя просто вот такие конкретные недочеты есть, типа вот где-то скорость там не набрал, где ским просрал и так далее. Он тоже просрал ским, но он набрал скорость там, набрал здесь. Но... Типа ракеты были похуже, и вот в итоге еле-еле как-то у тебя вытащил. Ну ты реально, ты мог перепройти немножко. Я забил, если так уж говорить, я поиграл 4 дня, дальше мне надоело просто. Ну я сразу решил, что я топ-3 не займу, и послал. Человеку надоела карта за 4 дня. Я играю ДФБЦ 2008-1 уже 18 дней, наверное. Ну чё, я, блин, поиграл 4 дня, ну и в жопу её, чё на... Это индивидуальная фигня. В общем, давай, короче, да, Торнер, кстати. Торнер, давай. На давай. Фрейм побыстрее, плей. За фрейм. Это демка вне зачета. Эта демка отдельно была в комментариях, и Наскаль её любезно оттуда вытащил. Сейчас постараюсь тоже так же сказать. Буст хороший, ракеты... Второй буст не сделан, тоже минус. Здесь 3300 вообще-то, это не очень хорошо, но в целом арку пролетел достаточно неплохо на 4000. Здесь неплохой ским, 4300 в арке — это мало. Ракеты неплохие. Отстрелы очень плохие везде, по-моему, я так обратил внимание. Да, половина отстрелы... ракет, по-моему, очень странные. Отстрелы не самые хорошие, и в этом у него основной минус, потому что он сделал как-то и ским, да. И как-то все, в принципе, сделал неплохо. И арку вроде неплохо пролетел, первую и вторую. Но вот за счет не очень хороших ракет он, конечно... Под себяшку на старте не сделал. Ну, под себяшка это такое. Это важно, да. это важно на самом деле. Ну, это важно, ну, блин, извини меня, никто ее не делал, типа, на протяжении 10 лет. А тут все должны начать делать. Потому что меня не было в дефраге, никто до этого не додумался. Конечно, потому что я ее начал делать. Тебя. Ага, а думаешь, сам не догадался вот этого, да? Ну, типа, оптимизация по фазе. Ну, не знаю. Ну, я догадался сам.
Ну ты красавчик, я не спорю. Ну все. 24 Тутти-Фрутти заслуженно первое место. Наш растущий талант, я бы так сказал. Типа. Растущий, уже состоявшийся, готовый побеждать всех. Ну почти, да. Типа того. Тутти-Фрутти 24 плей. Тоже постараюсь так же быстро-то скороговорнуть, что у него было не так. Плохой первый, сразу видно. Сейчас вот у меня буст. Первый плохой, второй тоже не очень. Подсебяшка хорошая, 1800. В целом ракеты достаточно неплохие. 3500 сделал с ГБ, 4200 через первую арку. Это очень хорошо. Первая ракета 4500, это, кстати, очень-очень классно. 4700 здесь сохраняет 3... Так, 3900 у стены. Ну, Том мог... прошел в целом очень-очень круто, но он... там такой... нюанс, как микромомент, я бы даже сказал. На последнем повороте, где ты сверху над стенами над этими пролетаешь, где поезд, на этом повороте там надо прямо вот стараться прям максимально повернуть направо. Не быстрее к стене прилететь, как сделал Тутти-Фрутти и потерял много скорости. А прямо вот стараться прям вывернуть прям туда, ну, побольше, слушай, чтобы по траектории было меньше в итоге. И чтобы сохранилась больше скорости. Ты смотри, в чем проблема. Тебе может просто не хватить скорости, чтобы, во-первых, долететь от стены и отстрелиться так, чтобы потом не врезаться. Ой, да ладно, там такая скорость. Нам это заранее просто надо с ракеты через этажи. 5000. Вот у тебя 5000 скорости, спокойно ты делаешь, а 4000 там могут быть проблемы. Не-не-не, там то же самое, по идее. Там это заранее просто надо подстраивать. Он этого не делал, поэтому у него вот так вышло. В общем-то, официально на варкапе победил Тутти-Фрутти, мы не будем смотреть. Не, да, еще скажу кое-что по демке. У него вот техника отстрелов, когда он разворачивался, вот особенно на старте это видно, потом пересмотрите, если кому интересно. Ага. А, мы же замедление еще хотели посмотреть. Давай посмотрим. Замедление, а потом будем демки смотреть этих крутых пацанов. Да? Пересмотрим? Ну, давай пересмотрим. Давай сначала в СВК-3 тогда? Да, 0.5 таймскейл. Так, бригант. Давай. Плей. Нажал? Да. Угу. Ты там пока вводишь, а у меня же бинды. Да мне, я думаю, что вести долго, что ли. Мне вообще водить не надо. Не парюсь. Так, ну вот первые ракеты у бриганда очень-очень хорошие. Отстрел не очень хороший, всего 100 упсов ему дал я по своему прохождению. И вот здесь он очень высоко подлетел. То есть если стараться максимально, то нужно, естественно, получится, что ты подлетишь ниже, и скорость у тебя будет больше. Под себяшка срезал себе 200 упсов, мог просто сделать ржи, было бы выгоднее. Зачем-то улыбнулся. И... ну, ВК-3 тут... она, чтобы ее пройти быстро, ВК-3, это реально сложно. Да, ВК-3 я представляю, как дичь. Это... ну, тут вот, особенно вот на этих поворотах, тут очень решает угол отстрела. А так как там стены не прямые, там этот угол стрел надо как-то, типа, наполовину как-то интуитивно немножко стрелять. Потому что всегда по-разному, типа, попадаешь на эту стену. Это немножко добавляет рандомности. Ну да. Так. Может, я тогда сразу покажу демку Индра в ВК-3? Индра в ВК-3? Да, и закончим. А, у меня закончим. Она есть? Нет, она на Ютубе есть. У меня тоже есть. А, окей. Ну, давай говори, я молчу тогда. Я же не знаю, что. Хотя вроде смотрел. Ну-ка я быстро загуглю. Точнее, в Ютубе вобью. Вобей. Так. 25,9 индер. Он, по-моему, перебил, сделал получше, но это... 25,6 у него сейчас, да. Да, это у нас все, это все, что у нас есть, поэтому... вот вам. Вот вам. Пес, 25,6, жесть. Смотрим. Нету, к сожалению, скоростей, но хотя бы... ну, опытным игрокам видно, какие скорости примерно. Чё, как-то у него... качество демки немножко. Охереть, как он так чётко отстреливается в ВК-3. Так что вот, ну вот, вот в этом вся сложность в ВК-3. Это вообще наркомания Лулюда, как он так делает. И сейчас он уже псих перебил. Так, и давайте вернемся обратно. Так, и ЦПМ у нас, давай, Тутти-Фрутти с таймскейлом. Ой, я тут уже сейчас... чё? Так, у меня другая темка запустилась. Ой, тихо.
Так, а Тутти-Фрутти, там скилл 0.5 у тебя стоит. У меня все быстро ставится. Все, давай, я твой. Тутти-Фрутти 24. Мне понравился у него первый там буст перед аркой. Очень да, там четко выяснилось хорошо. Первый буст плохой, кстати, может 1100 делать. Нужен 1100 делать. Но под себяшка хорошая вышла. Почти вот, на 300. Да, сейчас смотрите, как он дальше, он разворачивается, он зажимает выстрел и ни доли секунды не ждет, пока когда ракета откатится. То есть у него сразу, когда откатывается, у него сразу происходит выстрел. Это такая техника очень, скажем так, полезная во многих случаях бывает. Например, вот на таких прямых больших она очень полезна. Если вы не хотите терять там микроупсы, микроюниты, короче, все терять. Это очень такая полезная вещь. Юзал ты когда-нибудь такой? Ну да. Такую технику? У меня как-то настолько точно, что... У меня получается так, что я зажимаю там, может, за пару фреймов до выстрела. Ну ты, видимо, очень самоуверенный. Ты уверен в том, что это прям идеально делаешь? Ну пока вроде ракеты меня не так подводят. Ну ты да, тебе уже точно претензии быть не может по ракетам. Ну особенно вот глядя вот на это, да. Вот, когда Индер там топ-2. Перед тем, как посмотреть Индера, давайте посмотрим Веспа. 18.9 у него. Да, сейчас я... Сразу у нас уже все готово. Естественно, мы же готовимся к варкапу. Ой, ну да. Да нет, обзор. Ты че? Тут тоже качество, конечно, не очень, но, по крайней мере, тут уже видно скорость. А, ну так вот это. Нифига себе, мини 1100. И вот какой-то читерский твой. Ну это жесть, ребят. Тут... Лично вот мое мнение, мне вот демка нравится больше, чем Вуди. Уж прости меня, Вуди, но это... Вот но у него смотрится... более такой смотрибельный роут, как бы, типа, вот он там, пиксели какие-то выстреливает. Тут смотрится это реально охуенно, вот вообще без лишних слов, это пипец. Вот. Все. На этом можно заканчивать стрим. Но этот рекорд Веспа, такой экскурс вам в историю. Рекорд Веспа держался, по-моему, лет сколько? Ну, если 6-го года, когда он, может, в 7-м поставил, да? Значит, он, ну, лет 10 точно. Ну, 10 лет возьмем, 10 лет держался рекорд Веспа. Все думали, что это нереально перебить, потому что, глядя вот на этот роут, просто люди типа, рот отвисает, челюсть. И думают, что это нереально. Но в итоге появился некий Индер и перебил Веспа на 300. 300 это достаточно много, и давай посмотрим. Play. Кстати, на ГВН Pro Tour тоже рек держался, по-моему, около 8 лет. Кто его перебил? Да, Маска. Сделаем потом обзор по ней. Нет. Не надо. Давай. Плей нажал? Да. Он уже у меня скачет. Да я догоню. Так. Ну, у него просто... У него не самые лучшие ракеты, как я могу видеть, но он делает их достаточно четко, четкий отстрел. Видишь, он тоже разворачивается заранее немножко и зажимает этот выстрел. 6600 на финише. 17.6. Посмотрим в таймскейле ее. Смотрим, да? Да, давай в таймскейле. 0.5. Так, плей. И более подробно рассмотрим. Расскажу я, что где. Вот он не делал буст второй и не делал под себяшку. Это все-таки пошло в минус, ну как ни крути. Да. Но у него все равно четкие ракеты, он за счет четких ракет часа вытащил. Ну все равно не скажи. ГБ ему нисколько не прибавил. Но вот зато тот РЖ ему дал плюс 200, конечно. Здесь РЖ тоже ГБ не прибавил. Но тут ГБ, они не должны давать скорость. Если они дают скорость, даже чуть-чуть, ты, у тебя спейсинг превращается в кашу, и ты тупо врезаешься потом в стены, а не скимишь их. Ну тут, конечно, да. И 6600 на финиш. На финиш, по-моему, чуть-чуть не врезался в эту варку, мне казалось. У него по моим чекам, короче, у него минус 120, минус 180 и минус... Потом минус 164, минус 120, по-моему. То есть он финиш у него даже получше каким-то образом получился. Не знаю. У тебя скорость на скиме хуже, я помню точно. Может быть, да. Чуть-чуть, ну вот я про это и говорю, то есть еще можно скидывать. Давай. Ой, не начинай, я слушаю. Тайм-скейл один, давай.
Так, просто смотрите и... Все, и потом Индеровский рек, потом все зашумели, это, типа, это, знаешь, концептуальные демки пошли. Индер перебил, сделал 18.6, потом поставил... А, он в офлайне, по-моему, сделал что там, 18.7, что ли, у него было. Потом он в онлайне сделал 18.7, потом в офлайне 18.6, где-то у кого-то там появились демки, кто-то из сил, все шумят. Типа, знаешь, заходит чувак на сервер, Индер 18.6, Сити Рокет, все такие, ха-ха, классная шутка, типа, прикольно, прикольно. И тут его демка прилетает. И все такие, что? И рекорд Индера, наверное, где-то год держался, год-полтора. И я такой, хм. Они зарычили мне Сити Рокет. Такой, блин, вдруг, да? И недельку такой, финкинг смайл такой, хм. Охереть. Придёт человеку в голову нормальным, да, такой, у Веспа было, сколько там, 18.7, да, у Веспа было? 18.9. И 7, нет? Нет, 9. А, такой, ну ладно, окей. Такой, такой, смотрит на Веспа, даже на Индера смотрит, такой, на 300 быстрее. Они задрочили мне Сити Рокет, да? Блядь, кому это в голову не придет, только тебе, наркоман конченый. Я, честно говоря, я не знаю, до последних пары дней задротства я не верил, даже не пару, может быть, 3-4 дня последние. Я до 3-4 дней последних, до рекорда, я не верил, что я сделаю это. Просто не верил, потому что, играя роутом Индера... А, я еще дополнительно роут изменил, что мне тоже дало плюс. Про это отдельно расскажешь, там, по фазам, как у тебя сошлось. Давай. Ну, потом сейчас. Ну, да говори. Я, в общем, изменил роут. Я, честно, я взял, типа, задумку у Веспа. Но, ну, немного ее адаптировал, как бы, под свой роут. Но взял, как бы, часть у Веспа. И... Это оказалось не так просто, но я это сделал, и в итоге... Еще бы, да? Да, и получил такой вот плюс по итогу. Ну, давай, в общем, плей. Давай, да. Потом в 0.5 таймскейле подробнее разберем. В 0.1. Да нет, какой там. Ну, в 0.3 можно, если... Давай в 0.3, да. Так, 1100, 6600, ну нифига, вообще это я, нифига, это я так проходил, лол. Вот это вот было то самое изменение. Но в целом у меня по скоростям вроде получше, чем у Индера было. Но на финише я вот закосячил, конечно, немножко. У меня даже финальная скорость, по-моему, как у Индера. Просто пиздец, ой, боже. Причем этот рекорд поставился, можно увидеть клип на Твиче, найти клип там, Сити Рокет. И я в этот момент разговаривал, по-моему, с Москалем, ой, или с тобой, вроде, да, Экстен, там, что-то тути-фрути. Мы вот сидели в конфе, я в офлайне эту карту играл, и просто болтали, я ржал и поставил. Это было забавно. Ну давай, что, 0.3 делаем, да? 0.3, конечно, да. Величайшая демка, на самом деле, я уж так... Лучшая демка твоя, да, сейчас, на данный момент. ЧСВшну немножко, конечно, гордость. Плей. Да, на Кизелькапе, конечно, рядом не стояло по технике. Исполнение. Ну да, киселькап там такое. Хотя там с хистом тоже такое. Да не, забей, тут там техника гораздо проще, чем тут. Итак, первый ГБ достаточно хороший получался на 1100. Второй тоже хорошо, там почти 1600. Ну тут много и не нужно было, чтобы под себяшка нормально влезла. 1800. Иначе врезался бы бортик вот этот. Да, либо в бортик, либо под себяшка бы кинула низко, я бы зацепил следующую стену. По ракетам, в принципе, вроде как-то... Идеально. Да, ну зазорно было бы там как-то делать. Здесь немножко все равно получал скорости, здесь у меня больше, чем у Индера. И вот этот момент надо было четко по высоте отстрелиться и потом как бы под таким углом, чтобы, огибая часть стены, успеть потом отстрелиться. Ну, это, короче, я не знаю. Это... Да давай, говори, это твоя демка. Я-то просто охереваю, сижу. И вот этот момент тоже, где арку пролетал, там тоже надо было все делать максимально так тонкий момент, чтобы это на такой скорости как бы огибать вот эти вот все эти рельефы карты. Ну и вот здесь, конечно, я запорол немножко. Да, вот единственный косяк, да, на скиме. Если бы, я там чуть лучше сделал, я бы, может быть, 18.3 даже выжил. Эти 64. Да, ну финальная скорость вроде как у Индера даже. В онлайне у меня стоит 18.5, а в офлайне 18.4. Это получается, я настолько наркоман, что я перебил Индера в онлайне? Или нет, подожди, я перебил в офлайне,
Не-не, ты сначала в онлайне, потом в офлайне. Не, Ты помнишь? не, 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 по-моему, нет. Не-не, да, ты в онлайне сначала перебил, потом тебя заняли сервер, и ты пошел в офлайн, разве нет? А, точно, может и такое было. Ну, то есть я в войне дебил, получается. То есть я дрочил вот это. Мало того, что от нее уже начинало гореть, особенно от момента, где изменение роута идет, где я стреляю там от стеночки, типа а-ля Весп. От нее там бывало очень горело. И, кстати, там можно, я там сделал 4300, там можно 4400 Да, отстрелиться. можно. То есть 18,2, в общем, мы насчитывали. В идеале можно 18,9 руками сделать. Но это я делать я этого не буду. Конечно. 17,9, да? Да, Хотел сказать. 17,9. А у бота 16,9, по-моему. На демке у меня нет. И показывает, Вот даже на если это она у норма. кого-то есть, мы на нее не будем, потому что. Но счет у меня есть. Нет, ее не надо показывать. Ну, Не, кто-то, если да. захочет, Москаль лично скинет, но мы ее показывать не будем. А, в общем, вот такой вот был варкап интересный. Сейчас я покажу браузер. Вот вам браузер. Вот. Так, мы все показали, ничего не забыли? Да вроде да. Вот она Отлично. страница карты на архиве vsq3dev.org. Рейтинг стоит 4. Так я проголосую. 4,3 рейтинг у карты. Модификация дефраг. Оружие, бла-бла-бла. Вот рисунок Там сверху. 18 плюс не стоит, там нет? Не. Сложность тоже не стоит, кстати. Вот у нас начало, и вот мы такие ля-ля-ля-ля-ля, тут бежим. И карта, грубо говоря, такой полукруг, полустадион такой, мы оббегаем. Но на самом деле по рельефу, когда ты на ней бежишь, это не особо ощущается, что она именно вот такой вот формы, там в голове немного другая картина выстраивается. Кстати, подожди, я тебя прерву. На сетероке у Виза рекорд 16,8, а не 9. А, ну он улучшил, да, значит. На фрейм, наверное, вроде. Ну, ладно, не суть. Ну там, очень жестко там, я помню, я так скажу, что у Виза там типа, вот бывает, делают люди минус джамп на стрейфе. Виз делал минус рокет. То есть он набирал скорость, как у меня, допустим, с трех ракет, он набрал с двух. Вот так вот объясню. Он сделал там минус два рокета, по-моему, и это ему дало вот эти вот 2 секунды, грубо говоря. Но это делать за счет чего, Вуди, знаешь? Ну, за счет ГБ с бустами. Собами, С собами, сбербаунсами, да, рандомными, ГБ да. с собами. И, скорее всего, у него, я не помню точно, но за первые два буста у него, возможно, даже за один буст, я не У помню, него там он 1200 вроде было за первую с первого ракету. буста сразу же, да? Да, Надо потом дальше. 1700, потом 2200. И вот 2200, у него с третьей 2200, у меня с четвертой 2200. Вот так вот, по-моему, там. То есть вот в Ну, этом как-то так разница. там, Он наверное, сделал может минус быть. рейтинг, да. В общем-то, вот, никто не получил минус рейтинг, да, более того, получили плюс рейтинг еще дополнительно за участие в юбилейном варкапе. Странно, что в ВК3 демок так мало, я бы, наверное, еще пострелял. Поздравляем Бриганта, Тутти Фрутти с первыми местами, со вторыми Монстрика Пузика. И хулигана Москаля Музыка. с третьим. Москаль, кстати, себе Биттермана захапал. Смайлик. Это И очень не, клево. это у Димона Битерман, у А, меня точно. зерк. У меня пека зерга, да. Это топовые смайлики, конечно. Где-то в комментариях вы сможете их увидеть потом на следующих варкапах. В общем-то, вот. Также дополнительно еще раз напомню всем, кто, может быть, еще не в курсе, либо забыл, либо не знал. Я-то Теперь забыл. на Ютубе нету трансляции, теперь трансляции только на Твиче, поэтому заходите на Твич, ссылки есть здесь же на сайт. Также, исходя из недавних событий, можно нажать кнопочку «Скачать дефраг». Здесь мы получаем ролик по дефраг теории, откуда скачать и начать играть. И дополнительно получаем ссылку на сайт сервер-листа, список серверов, на архив список карт. И на наш Google диск, сейчас я его тоже сразу открою. Наш Google диск, который называется All for Defrag, ссылка есть всегда везде в описании стримов и обзоров и всяких видосиков. Здесь мы можем скачать обновленные, всегда свежие IDFE, экзешники по 64 и 32-битную систему. Defrag Launcher, Defrag Clear, это у нас чистый Defrag, да, без всего, обычный. Да, без Ну, всего, Q3, но да. со всеми существующими на сегодняшний день рабочими экзешниками. Ага, вот, да. Ну, соответственно, мы рекомендуем DFE, потому что он самый прогрессивный, ну, в общем, И самый самый свежий, развивающийся. да, и самый оптимизированный, по идее. Вот. Также тут есть демо-клинер, который поможет вам чистить демки. Есть папка Weapon Skins, тут с сайтом mikemartin.co, по-моему, как он, CO называется. Ну, такой, как бы, обычный, там, который можно увидеть у кулидрайвера в демках.
Ну кто, кому интересно, скачать, потестите. Defrag by папка, в которой мы собираем сборки. Если у вас какая-то сборка индивидуальная, чем-то отличается от обычной, дефолтной, скидывайте нам, мы ее сюда тоже зальем. А, здесь москаля, капкорба, хокс, энтер и моя. И папка с конфигами. Здесь мы собираем конфиги известных людей. Кто хочет, может их порыться, посмотреть. Достаточно, ну, Веспа есть конфиг даже, Аякс, Энтер, Гризли, Хейдис. У кого больше всех конфиг весит, как думаешь? Так, 44 килобайта, да? Москва. Нормально, да. Ну вот, в общем-то вот. И участвуйте на варкапах, присылайте обязательно свои демки, будем делать обзоры, будем догонять. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, приходите на стримы и всем... Наверное, пока. Да. Давайте. Всем пока. Всем удачи.